Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском футболе и сосредоточимся на Химках, на футбольной команде, которая должна попасть в высшую лигу. Ну, должна попасть по спортивному принципу, а вот по экономическим показателям она может запросто пролететь мимо высшей лиги и, более того, опуститься в низший дивизион. Вот такие вот удивительные дела творятся в нашем футболе. Давайте разберемся, что же там происходит и как так вышло. Европейские чемпионаты ушли на карантин, и футбольный болельщик спросит, что же теперь делать. Ответ прост – поиграть в виртуальный футбол в замечательной онлайн-игре «Футбольный легион». Идеальное хобби для настоящих мужчин – это полноценный виртуальный футбольный мир. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живой форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Вообще о том, что в Химках есть проблемы с деньгами, было известно уже достаточно давно. Еще зимой сообщалось о том, что клуб снимает с себя цель попадания в высшую лигу, что вот команда просто не сможет потянуть в плане денег выступление в элитном дивизионе. И в связи с этим они даже расстались с главным тренером Талалаевым, который недавно дал интервью, кстати, и сообщил о том, что вот, дескать, я знал, что у команды есть проблемы, я знал, что половина состава скоро разбежится, и в этих условиях не видел никакого смысла в продолжении работы в этой команде. То есть здесь команда сама не предполагала выходить в высшую лигу. Тренер не верил ни в какие перспективы. И вот эту команду сейчас в экстренном порядке поднимают в элитный дивизион. Напомню, если кто вдруг живет в танке и не знает, у нас ФНЛ, ПФЛ уже прекратили свои выступления, первая и вторая лига закрыты, и Химки с Ротором официально уже объявлены как новички российской премьер-лиги. Но вот сейчас получается такая нелепая ситуация. И, разумеется, на фоне всего этого еще смешнее становятся слухи и домыслы о том, что нашу лигу нужно расширять. У нас тут команд не хватает на высший дивизион, а тут у нас многие по-прежнему просто грезят каким-то там расширением элитного дивизиона. В общем, какой-то оксюморон, но это уже привычное дело для нашего российского футбола. Давайте вернемся к Химкам. После вот этих первых звоночков, которые были еще зимой, настало время для новых печальных известий. Сперва Уткин сообщил о том, что команда, скорее всего, будет выступать в ПФЛ. Даже не в ФНЛ, а в ПФЛ, во втором дивизионе. Ну а потом последовали и официальные подтверждения. Сперва представитель Министерства спорта Московской области заявил о том, что, скорее всего, у Химок будут серьезные проблемы. И если они до конца мая не найдут себе новых спонсоров, то они не смогут подняться в высшую лигу, в высший дивизион. Ну а член наблюдательного совета Химок заявил, что, скорее всего, мы будем выступать в ПФЛ. То есть даже ФНЛ не подняться. То есть здесь поступили уже официальные сведения от Химок и от лично министра спорта Московской области. На фоне всего этого ситуация становится еще более абсурдной. Есть ли шансы у Химок найти хоть каких-то спонсоров? Ну, сами понимаете, у нас сейчас многие клубы элитного дивизиона испытывают колоссальные проблемы. Те же самые крылышки советов. Счетная палата прямо говорит, что клуб сейчас либо банкротится, либо расформировывается, что вот сейчас у них просто нету денег, огромные задолженности. Мы получаем множество сообщений и множество новостей о том, что похожая ситуация во многих других командах элитного дивизиона. Вот Локомотив уже заявил, что у них тоже есть определенные проблемы, и клуб меняет вектор развития в сторону молодых футболистов. Помнится, в свое время Анжи заявил нечто подобное, и в результате мы помним, чем это закончилось для Анжи, когда они сменили вектор развития. Ни в коем случае не желаем этого Локомотива, просто отмечаем определенное сходство ситуации. Ну и, разумеется, в этом положении надеяться на то, что сейчас Химки – команда без особой какой-то фанатской базы, без особой какой-то истории. В плане бренда тоже особо неинтересная команда, согласитесь, что она сейчас найдет какого-то мощного инвестора, но это по меньшей мере наивно, на мой взгляд. И не случайно, что сейчас появляются слухи, что Химки для того, чтобы сохранить прописку хотя бы в
КНЛ хотя бы в первом дивизионе, что они сейчас будут объединяться с Родиной, с командой из Москвы. Командой, которая является средняком в своем дивизионе ПФЛ, то есть фактически эта команда очень средняя, даже по меркам второго дивизиона, но у них есть серьезное преимущество над Химками, это финансовая база, а именно бизнесмен Ломакин, которому принадлежит эта команда и который готов, так скажем, произвести вот этот размен. Он обеспечит Химкам стабильное финансирование, а они в обмен дадут путевку в первую лигу, которую Родина по итогам этого сезона не получила. Напомню, Родина в середине турнирной таблицы ПФЛ, поэтому она не претендует на попадание в первый дивизион. Разумеется, в этих условиях получается взаимовыгодное сосуществование. Но в рамках ФНЛ на российскую премьер-лигу здесь точно денег не хватит даже у Ломакина, даже его финансовых возможностей. Судя по тому, что сообщается сейчас в средствах массовой информации. То есть ситуация просто абсурдная. Команда уже давным-давно заявляла, что у нее нет претензий на высший дивизион, но ее попытались чуть ли не насильно впихнуть в элитную лигу. Теперь команда говорит, что денег, скорее всего, не хватит. И таким образом у нас будет всего одна вылетевшая команда. Традиционно у нас вылетает 4, 2 напрямую, 2 могут по стыковым матчам, ну то есть не 4, но у нас могут 4 команды вылететь из элитного дивизиона за счет стыковых матчей. А вот сейчас вылетает всего одна, а стыков не будет в принципе. И спрашивается, как в этих условиях вы собираетесь развивать наш футбол, как вы собираетесь развивать первый дивизион, как вы собираетесь расширять элитную лигу, я вот не понимаю. Тем более, что даже если бы Химки получили сейчас мощное финансирование извне, тут возникли бы другие вопросы, в частности, с финансовым фейерплей. Да, разумеется, вы скажете, какое дело финансовому фейерплей УЕФА до того, что происходит в российском дивизионе с такой вот командой, как Химки. Какой им интерес? Но на самом деле интерес определенный есть. Все-таки Химки, теоретически, это новичок высшей лиги России, чемпионата, который сейчас находится на 7-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. И, разумеется, в этих условиях, если команда Химки неожиданно получит огромные деньги, не обоснованные ничем, просто вот вливание со стороны спонсоров, здесь могут возникнуть вопросы и могут наложить санкции не только на Химки, но и на российскую премьер-лигу, которая, так скажем, допустила то, что такая команда была заявлена в элитный дивизион. Поэтому Химки сейчас находятся в очень сложной ситуации, и им нужно думать о том, как бы не попасть в финансовую яму и как бы не спуститься в ПФЛ, а не о каком-то там попадании в высший дивизион. Поэтому у меня есть твердое ощущение, что 15 команд из нынешнего состава высшей лиги сохранят свои позиции, вылетит, скорее всего, одна команда. У меня есть ощущение, что это будет Оренбург, о чем я уже заявлял. И таким образом, ряд, скажем так, коллективов, которые сейчас находятся на грани вылета, которые сейчас борются за выживание, они могут, в принципе, расслабиться в нашей высшей лиге. Уже решили, кто отправится в первую лигу, это будет Оренбург, а остальные просто потеряют все всякий финансовый и футбольный и спортивный интерес к оставшимся матчам чемпионата России. Таким образом, составляющая спортивная в нашем футболе упадет, скорее всего, еще больше в концовке этого сезона. Потому что все команды российской премьер-лиги, кроме обреченного на гибель Оренбурга, знают, что они могут ни о чем не беспокоиться, все нормально, все окей. Это очень плохо и это очень печально. Ну а касательно Химок, конечно же, проект по-своему интересный и хотелось бы отметить, что Химки — это команда сама по себе достаточно любопытная, здесь много ветеранов, тот же самый Хомич, тот же самый Дидюн, на которых было бы интересно посмотреть, но не место им будет в высшей лиге, к сожалению, просто в силу финансовых причин. И хотелось бы отметить, что вот еще один такой важный нюанс, раз уж я затронул состав этой команды. У них всего 8 игроков, которые имеют контракты до следующего сезона, включительно, которые будут в следующем сезоне 100% в составе Химок. У остальных контракты заканчиваются, а учитывая то, что команда не имеет никакой финансовой базы, каким образом они будут укреплять свой состав, хотя бы для ФНЛ, большой вопрос. Скорее всего, здесь будет половина молодежки, половина игроков, возможно, из этой самой родины, с которыми Химки пытаются объединиться, и таким образом ситуация здесь просто критическая. Команда, если не отправится в ПФЛ здесь и сейчас в силу финансовых причин, она может отправиться в ПФЛ в силу спортивных
спортивных причин, если в следующем сезоне будет играть вот таким вот смешным составом. Они запросто могут вылететь из ФНЛ в низший дивизион. Вот так вот, знаете, все удивительно в нашем футболе. Добиваешься чего-то, идешь к чему-то, потом понимаешь, что нету денег, а потом вот оказываешься на грани финансового коллапса. Такие вот веселые времена. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!